Меня зовут Андрей, мне 25 лет, приехал сюда из Энергодара. У меня была такая проблема, кололся. Ну, после лечения здесь, как бы, не очень сильно помогло это лечение. Уж, как бы еще сказать, Виталий Иванович очень хорошо, ну, как бы, приехал сюда, я скептически относился к лечению. Но после времени, проведенного здесь, голову ставят на место. То есть и почистят, и вылечат, и зададут ритм дальнейшей жизни. Что еще сказать? Хорошо. Ну, да. Знаешь как, вот скажи, сейчас с какими эмоциями ты едешь домой? Сейчас один позитив у меня. У меня отличное настроение, у меня тяга к жизни появилась. То есть хочется, я не знаю, вершины какие-то покорять новые. Вот. Вот с таким настроением я еду домой сейчас. Понятно. Вот так вот. В общем, курс лечения отличный просто. Я доволен на все 100. Я не ожидал, что мне так могут помочь с этой проблемой. Хорошо, спасибо.